Мужики, всем привет! В общем, ролик сегодня не про трактора, а про то, как заменить лампочки в консольной панели, которые начали жить своей жизнью. То работают, то не работают, то начинают моргать. В общем, начало это меня подбешивать. И решил я поделиться одним из способов, самым простым, самым быстрым, без танцев с бубнами, как некоторые делают. Снимают полностью панель, откидывают часть тросиковой системы с заслонок, головой туда, пятой точкой в окно, и все это в течение дня. Мужики, ну, 5 минут, я думаю, времени вашего займу, покажу, а там уже кому пригодится. Может, кто-то поможет своим друзьям, знакомым, покажет этот видос, расскажет, да и сам сделает. Все, харе-ля-ля. Первым делом снимаем магнитофон. Это я показывать не буду, дабы не растягивать ролик. И достать шахту. Все, погнали. Итак, мужики, смотрите, магнитофон достал, шахту достал, все это дело, провода убрал, чтобы не мешали. То есть нужен доступ, чтобы свободно рукой сюда добраться. Дальше, смотрите, вот они лампочки, вот она одна, вот здесь вот стоит. Вот здесь стоит другая, но до нее добраться вообще жескач нереально. Поэтому, не снимая никаких тросиков, не откручивая никаких панелей, ничего, просто снимаем фишку. Она может быть сниматься жестко, но у меня, я ее уже подорвал, так, чтобы быстренько все это дело показать. И теперь просто, вот как показать, видно мою руку, да, вот так вот, вот таким движением отщелкиваем вот эту всю систему. То есть вот беру руку, вот так ставлю, вот где она там есть, да, ну, то есть за вот этот весь механизм, и вот здесь вот тоже помогаю, и вот так вот вверх тащу, вот он раз и отщелкнулся. Все, теперь спокойно вывожу его куда так, чтобы он мне не мешал, куда-нибудь в сторону, и у нас появляется доступ вот к одной лампочке и спокойный доступ к другой лампочке. Теперь просто достаем одну, просто не с руки, чуть-чуть достаю другую лампочку, ну и соответственно меняю. Все, здесь они светодиодные, видать, им уже пришел конец и так далее и тому подобное. И собирается в обратной последовательности. Сейчас поменяю лампочки на какие-нибудь. Они здесь синие, поставлю белые. Вот, и соберем обратно. Поставил обычные лампочки. Накаливание. Не стал я заморачиваться больше со светодиодными. Что-то они мне не очень понравились. Все, ставим на место. Убираем провода вниз. И весь этот механизм заводим обратно. Главное там попасть на крепление. Вниз он защелкивается вообще легко. Все, она стоит. Остается только собрать все на место. Поставить магнитофон. Ну и соответственно, сейчас загоню машину под навес и посмотрим, что получилось. Ну вот, все собрал на место. И все это дело теперь нормально, адекватно работает, все видно, в каком положении находятся переключатели, в общем, то, что нужно. Ну, мужики, сами видели, да, сколько времени занимает. От силы, наверное, минут 5 я потратил, больше рассказывал. Половина из этого времени только магнитофон доставал. Вот. Никаких сложностей, проблем. Так что кому был видос полезен, обязательно оцениваем, делимся с друзьями, знакомыми, близкими. Возможно, кому-то помог.
данным видосом решить эту проблему. Все, с вами был Санек. Еще увидимся.